Михайловский пошел вроде на данк. Решил немного поскромнее закончить атаку. И два очка. Пробует свои силы. Не точно. Проход сольный от Ньюмана. Безрезультатный. Брейси на Дуду. И Дуду очень грамотно. И встают лично. Плюс-минус минчане. Больше похоже на личную защиту. То, что в такой обстановке игрок готовится к броску. Брейси издали не бросает. Предпочитает пойти в обыгрыш. Тростинецкий. Снайпер. Да, Николича мяч довод. Против него Тростинецкий. У Тростинецкого два уже. Персональные замечания. Михайловский издали. Точен. Тростинецкий. Хорошая передача на Близнюка. И Близнюк мажет. Но Зак Смит вторым темпом мяч в кольцо. До сих пор на него не подписаны. Настоятельно рекомендую. Какой наброс от Михайловского на Минченко. Только я сказал, что Минченко больше по броску. Смотрелся одним из лидеров второго юнита, выходящий со скамейки. Ньюман запутал Брейси в заслоне от Минченко. Команде. Ну, это все шутки, конечно. 16-13. 50 секунд остается до конца четверти. Мачадо на отдых. Очковая попытка, точно, от Автодора. Очень здорово, Колесников. В быстром отрыве. Нельзя Автодору давать Минску разогнаться. Они достаточно сильны в этом компоненте. Так же, как Гаррет силен физически. Если верить графике, которая у вас на экранах. Перехватывает мяч Гаррет и Ньюман. Быстрый отрыв улетает. 27-20. Обыгрывается Николич. Получает мяч на дуге. Бросать не стал. И как от бульдозера отлетает проход от Огнина Пантовича. 29-25. И тут же Автодор в быстром нападении на Дуду. Пантович издали. Не точен Зак Смит. Путбэнк данк с двух рук. Мачадо остается против Дуду. Николич за ним успевает, и пытался со своей родной руки атаку завершить, не получилось. Гаррет со средней через Зака Смита. Если бы докобы, спорт не знает сослагательного наклонения. Ньюман, дальняя попытка, немного шальная. Брейси остается против Гаррета. Микульский 2-1 секунды. И чехлит его Николич. Ньюман до конца втыкает сверху через троих соперников. Роскошный момент. И если бы сейчас еще и Михайловский попал под самую сирену. Нападение. Это уже 11-й подбор в нападении для Минска. Близнюк со средней. Точен через руку Николича. Хороший проход, но под Зака Смита, что немного опрометчиво. Насколько Зак Смит выше, атлетичнее. И здесь два очка с фолом набирает. Сохранил мяч. Это самое главное. Не решился на атаку. Близнюк против Гаррета. Дальняя попытка. Владислав Близнюк. Читалась эта попытка, и Брейси тогда же попытался найти контакт с своей собственной ногой, но вовремя ее убрал. Петенев издали. Точен. Второй попытки в этом матче. Ньюман пойдет до конца, залезает под Стубеду. Позволил им вернуться в игру. Шливанчинин против Минченко. В лицевую проходит и избегает. Минченко издали бросает. Да, точно, это его хлеб в том числе. Это своих собственных навыков. Ньюман против Брейси. Ньюман обходит сразу четверых. Подбор забирает, бежит быстрый отрыв, обыгрывается с Брейси. Нет здесь пробежки. Тростинецкий. Точен. Мачадо.
бросок больше похож был на брос на Минченко, но в кольце он оказывается. Может быть, недоволен, но фол в нападении есть. Фол в нападении. Пронаускис. Николич. Точен из угла и тайм-аут. Ну и сейчас его нет на паркете. Шливанчинин. Открывание у Микульского. И тот получает горшину. Сумел. Это непростой ситуации еще и мяч поймать и попытаться передачу отдать. А здесь Мачадо. Три подбора также на счету Минченко. Двухочковая попытка от загораться. Возможно, придется третий уже тайм-аут брать Ростислава Вергуну. В этой половине, да, не установил контроль. Точнее, Саратов Автодор не установил контроль этим выбиванием. Соответственно, нарушение зоны зафиксировано быть не может. Мачадо. Получает заслон от Минченко. Мачадо. Точен издали. Может быть, полторы. Отдохнет и вернется на площадку. Пантович очень легко мяч теряет. Не успевал ему помешать. Никого не было между ним и кольцом. Близнюк. Издали. Точен. Чуть подтягиваются минчане. Подобными сдваиваниями. Вынуждали от мяча избавляться. И что иногда приводило, кстати, к потерям. Малик Ньюман. Близнюк до него не дотянется. Мачадо очень очевидно пытался заиграть Марата Цибикова. Близнюк в быстром отрыве. Это вот то, чего... Я думаю, что игра будет стоить свеч. Близнюк перехватывает мяч. И дальняя попытка. Точно! Его попадание. Близнюк в быстром владении 2 очка набирает.